Если только налегке выскочишь. Дорога к кладбищу Алабаинов – едва заметная колея в высокой траве. После дождей к погосту можно проехать только на тракторе. Телефон главы Райковского сельсовета то и дело теряет сигнал. Поставленная на карте точка в ровном поле приближается медленно. Здесь вот что-то накатанное есть, а мы вот. Кладбище вот оно, да? Да, кладбище вот оно. Расстояние в 3 километра от деревни на машине занимает около 40 минут. Действительно, кладбище старое, находится в отдалении от Алабаинов. Здесь есть захоронения и 30-х, и 40-х годов прошлого века. В прошлом году, когда я вступил в должность, в этом же месяце мы встретились с жителями Баинова, прямо здесь на кладбище, провели грандиозный субботник и определили, что нужно с этим кладбищем делать. Получилось так, что это кладбище было даже не учтено в кадастре. Почти год ушел на то, чтобы поставить объект на кадастр, сделать обмеры, определить границы. Сейчас ведется бумажная работа по составлению смет на восстановление ограждения. Но главное – дорога. Вокруг кладбища частные покосы и пастбища. Администрация района ведет переговоры с фермерами, которым принадлежат участки на пути к кладбищу. Чтобы отсыпать гравийку, нужно сначала передать землю под дорогой в сельсовет. Иначе первая же проверка прокуратуры выявит нецелевое использование средств. А это уже статья. Жители Баинова в курсе проблемы, относятся к работе сельсовета с пониманием. Также и фермеры, увидев, что кладбище начинает оживать, стали следить, чтобы скотина не забредала на территорию захоронений. На вопрос, почему раньше никто не занимался баиновским кладбищем, местные жители отвечают, что уже давно хоронят своих на районном кладбище в селе Райков. А баиновское по большей части всегда было местом погребения нескольких коренных родов, уже больше века живущих в Аале. Поэтому новые могилы на нем появлялись довольно редко, а отсутствие официального статуса не давало возможности властям навести здесь порядок.